Друзья, всем привет! Сегодня я хочу показать, как сделать туалет своими руками. Смотрите. Выбрали место, где делать наш туалет. Обычно это в углу. У соседей вот здесь туалет. Мы сделали его здесь. Купили на шиномонтажке 7 шин. Больших от КамАЗа. И выкопали яму под эти 7 шин. Смотрите, выкопали уже до самого плитника. Выкопали до самого плитника. И сейчас будем закидывать эти резины. Давайте, братцы. Пойдем. Берем 4 ребят, вот таких вот, да. Хороших, здоровеньких, крепких. И начинаем закидывать. После того, как мы копали. Установили наши колеса, мы начинаем их закапывать. Давай, Николаша, закапывай. После того, как мы вырыли яму, резины, покрышки туда опустили, сейчас есть два варианта. Взять материал, доски и сколотить туалет. А есть второй вариант. Съездить его и купить уже готовый. Есть два вида, крашеные и не крашеные, с крышей, без крыши, подешевле. Колеблются 6-7 тысяч у нас в городе стоит. Мы выбрали второй вариант. Взяли уже вот такой почти готовый туалет. И смотрите, что мы сделали. Мы его поставили. Сделали скобы с 4 сторон. И забетонировали, чтобы во время стройки его никто не утащил. Сейчас мы этот туалет весь занаждачим хорошо. Покрасим. И сверху, чтобы крыша не протекала, сделаем профлист. И будет у нас хороший готовый туалет. Вот так, видите, его внутрь все не видно. Там колеса, чтобы ничего не обваливалось. И вон они, скобы. Присутствует вентиляция в виде сердечка. И все. Ну вот, окончательный результат туалета. Смотрите, делали забор, от забора остались профлисты. Мы с двух сторон налепили, накрутили профлист. Осталось сверху сделать еще небольшой каньончик. Купил в строительном магазине Акватекс из краскопульта, весь его в круговую. Прокрасили. Теперь туалет у нас со временем не почернеет. Будет таким же цветом. Цвет дуб. Симпатичный. И все. Можно будет пользоваться. Все, друзья, вот такой туалет.